Клац-клац, мои клешнерукие братья и сестры, перед вами вторая часть обзора на истребитель Mitsubishi A7M1 Ryoppu, в которой я буду летать в аркаде и рассказывать в основном про историю создания этого самолета. Но если вас интересуют реалистичные бои, разбор характеристик и мои мудрые советы по тактике применения этого самолета, то вам стоит посмотреть первую часть этого обзора, ссылку на которую вы, как обычно, найдете в описании ниже. Но